Привет, я Саша Белькович. В новом сезоне шоу «Готовим на даче» я приглашаю в гости народных кулинаров. Мы сегодня с тобой будем просто кайфовать здесь. Чтобы узнать их секреты блюд на огне. Давай, учи меня готовить. И, конечно же, поделиться своими. Смотрите, Анжела плачет от радости. Открытие века. Мы готовим любимые домашние рецепты и делаем неожиданные гастрономические открытия. Ну что, подадим огня? Погнали готовить! Его обожают все, он не нуждается в представлениях. Единственный и неповторимый. Сегодня мы готовим шашлык из баранины. Своим фирменным рецептом со мной поделится кулинарный блогер Василий Рябов. Василий, привет, дружище. Привет, ну как привет. Настроение? Отлично. Василий Рябов, кулинарный блогер и айтишник, знает, как любить в себя с помощью вафель и рецепт самого вкусного шашлыка из баранины. Ну расскажи, чем сегодня будешь удивлять? Какой рецептик? Сегодня я буду жарить шашлык из баранины с маринадом, который очень интересный. Сода. Ты знаешь, я слышал об этом, но сам никогда не делал. Это будет очень вкусно. Также я сделаю еще и багагануш с сыром фета и с гранатом. О, ну слушай, звучит вкусно. А я сегодня покажу узбекский шашлык, который в переводе с узбекского «три пальца» переводится. А название его «учпанжа». Легендарный шашлык. А на гарнир приготовлю грузинский салат. Сделаю к нему классную заправку. Короче, мы сегодня с тобой будем просто кайфовать здесь. И баранина нам в этом поможет. Поехали. Фишка учпанжа в том, что можно взять мясо, которое изначально будет жесткое, сделать его мягким и сочным. В этом уникальность, мудрость узбеков, почему они так придумали. Это может быть нога, это может быть лопатка, как в моем случае. Мне нужно нарезать мясо тоненькими слайсами. Оп. Василий, а как ты будешь мясо нарезать? Я буду мясо резать кусочками примерно 4 на 4 сантиметра. Вот такие вот кусочки у меня будут получаться. Круто. Вообще, почему содой мариную, да? Потому что барашек бывает взрослый, да. И у него есть специфический запах. А сода, во-первых, и мясо размягчит, и запах этот уберет. Но перебарщивать нельзя, на самом деле. Да? А что будет тогда? Мясо просто превратится в кашу у тебя. Оно сильно размякнет. И, во-вторых, на зубах будет скрипеть. Вот видите, да, вот век живи, век учись. Есть какие-то такие нюансы, которые ты познаешь первый раз? Ну что, у меня мясо уже практически нарезано. Сейчас будем мариновать. И самое интересное, вот какие-то жилки, жирок, если попадается, их удалять не надо. Если у вас, например, мясо с такими конкретными жилами, то, конечно, их лучше вырезать. Я тоже мясо уже порезал. Смотри, мы одновременно мясо порезали, видишь? Один-один. Красавчик, давай пять. Теперь лук. Конечно. В моем случае лук натирается на терке. Почему? Потому что мне важно, чтобы в эти маленькие кусочки мясо лук прям впитался. А я буду резать полукольцами мелкими, чтобы он отдал свой сок в мясо. Впиталось, а на шампур они не нужны. Классно. Ну ты тоненько режешь, да, специально? Да, так? Да, чтобы легче было разминать. Еще, кстати, когда на свежем воздухе готовишь и ветреная погода, то от лука не плачешь. Потому что все пары лука уносят с ветром. А мне проще я в очках. Запомнили лайфхак? Готовить на ветру, либо надевать очки. Следующие ингредиенты – это специи. Кориандр и зира. Они с бараниной сочетаются идеально. Их надо мелко перемолоть и получить мелкую фракцию. Тогда эта мелкая фракция быстрее впитается в мясо и промаринует его. А если вы возьмете уже перемолотые специи, то там никогда не будет такого классного аромата, как если вот так вот перемолоть это самим. На двоих делать, потому что мне тоже нужна будет та же самая специя. Плюс содой маринуют. На килограмм баранины нужно всего лишь 1/3 ложечки чайной. Но здесь у меня баранины чуть больше, поэтому я добавлю чуть больше. Давай. Вот зафиксировали, да? Вот прям чуть-чуть. Все, это да. Интересно. Много не надо, потому что разъест. Теперь добавляем специи, перемолотые в мясо. Подсаливаем. Вот ты соду добавил, а у меня, знаешь, какой ингредиент в составе? Это газированная вода. Хорошая. Да, вот просто газики, они немножко помогают мясу размягчиться быстрее, чтобы все ингредиенты впитали. А еще вода в моем рецепте важна для того, чтобы мясо насытилось сочностью. Перемешиваем. Василий, вот ты на мангале любишь готовить?
Я обожаю готовить на мангале. У тебя какой мангал дома? Вообще, у меня раньше был просто мангал, да, в загородном доме. А вот год назад я обзавелся такой историей, называется смокер. Это целый комплекс. Там и мангал, и гриль, и барбекю, и можно на казане готовить. Мало того, еще можно коптить. Но на самом деле мангал нужно тоже уметь правильно выбирать, потому что мангалы существуют разные. Бывают временные, такие, знаете, чуть ли не одноразовые или походные. А есть мангалы стационарные, такие чугунные, массивные, которые делаются под заказ, либо просто уже существуют в готовом виде в магазине. Поэтому сначала лучше размяться на мангалах попроще, а потом приобрести себе мангал уже с пониманием дела, какой тебе мангал конкретно нужен и под какие функции. Правильно? Конечно. Василий, теперь смотри, моя фишка. У тебя-то уже мяско с жирком было, да. А вот для моего шашлыка жир, вот этот вот курдюк, он добавляется туда дополнительно. И как раз фишка, что во время приготовления курдюк топится и пропитывает мясо. Мы вот так вот берем нож, и вот этот жирок тоненько, такими вот небольшими слайсиками нарезаем. Василий, а ты что делаешь? Рассказывай. А я как раз-таки бакагануш делаю. Сейчас будем запекать баклажаны, чуть-чуть поднаколоть. И все. Больше ничего с ними делать не надо. Для просто, чего? Просто заворачиваем. Так как мы бросим их на угли, если не проколоть, они могут разорваться, и будет не очень красиво, и не очень удобно будет работать. Да, а так тихонечко запекутся. А так они потихонечку запекутся, да. Мы вот это завернули, и все, и отправляем прямо вот на угли. Все, курдюк сюда, откладываем в сторонку. Ну что, ты баклажаны бросил? Ну, сейчас я сгребу. Чтобы они полностью, да, были покрыты? Да. Короче, мясо у нас маринуется, баклажанчики запекаются, а мы пойдем чайку с тобой попьем. Отлично. Тем более я привез с собой чаек, заваренный в термосе. Да вкусный, ладно? С шиповничком прямо. Ах ты красавчик, кайф. Отлично. Пойдем. Присаживайся. Ну что, где твой фирменный чай? А вот он, вот он, вот он. Я завариваю шиповничек, добавляю, значит, туда немножко имбиря, чуть-чуть совсем. Свеженького. Свеженького, да. Естественно, да. И чабреца, и медика. И медика. Немножечко. Сейчас попробуешь и оценишь. О, слушай, какой запах. А как ты шиповник сначала завариваешь? Я шиповник беру, он у меня, естественно, сушеный. Я его обмываю сначала, потом надрезаю. Вот все это закладываю в термос. И, соответственно, таким образом. Потому что вот если не ломать его, он будет очень долго, он не раскрывается. Долго не раскрывается. Это, кстати, очень крутая фишка. Запах бесподобный, честно говорю. Слушай, как вкусно, а? Иммунитетный, да? Ну, можно сказать, да. Василий, вот расскажи мне, я знаю, что ты большую часть жизни работал в IT. Как ты начал готовить? Вообще в 15 лет я познакомился с девочкой с одной. Угу. Пригласил ее в гости, так сказать, на чаепитие. Думал, как бы ее удивить. А у меня мама повар высшей категории. А-а-а. Я пришел к маме и говорю, мам, надо удивить. Она говорит, прям сделай вафли. Я расскажу, как. Я сделал, после вафли уже пошли потом тортики. В общем, девочке настолько понравилось, что... Она стала моей женой, и мы до сих пор вместе. Правда? Вот, вот так вот с 15 лет вот закадрил вот. Девчонку вафлями, считай. Считай, да. Молодец. А все говорят, да, путь к сердцу мужчины через желудок лежит. Не только. К женщинам тоже. Очень вкусный чай. Спасибо тебе большое. И я это сочетание продуктов запомню. Ну что, пойдем мясо жарить? Пойдем. Начинаем насаживать мясо на шампурики. Давай, давай. Давай, у тебя простой вариант. У меня простой, а у меня очень интересный и хитрый. Сейчас я покажу. Учпанжа, название шашлыка, переводится как три пальца. Потому что есть определенная технология насаживания мяса на шампур. У нас сначала должны быть коротенькие кусочки, а потом переходить в толстые. То есть мы берем кусочек мяса, кусочек курдюка, кусок мяса, кусок курдюка. И так вот постепенно у нас получается такой длинный, большой, классный шашлык. Василий, твои лайфхаки. Нужно, чтобы было расстояние между шампуром и первым мясом, и с одной и с другой стороны немножечко, чтобы он обжарился со всех сторон. Тогда все будет отлично. Вот такой вот примерно, видишь, вот вариант вполне подойдет. Посмотрите, вот идет сначала короткое расстояние, а потом кусочки увеличиваются. И важно, чтобы шашлычок был, вот такую форму имел. Трапеция. Василий, знаешь, что такое трапеция? Конечно. Это четырехугольник, у которого две стороны параллельные, а две не параллельные. Красавчик, айтишник, все, сразу понятно. Умный. У нас не только кулинарное шоу, а курс геометрии. Просветительское такое. Теперь показываю, как правильно насадить
мой шашлык на шампур. Вам понадобится 3 шампура, это важно. Ваша задача – ставить шампур по центру, первый, кладете сверху руку плотно на мясо, и вот так вот потихонечку пытаетесь проткнуть все кусочки мяса и жира. Только руку свою не насадите случайно. Примерно до серединки доводим. Теперь вам понадобится второй шампур. Им накалываем мясо крест-накрест. Наша задача, чтобы шампурики были вот так вот и один по центру. Берем и под углом его выводим этот шампур к краю наших кусочков мяса. И с третьим шампуриком поступаем точно так же. Вот такая должна красота получиться. Мои баклажанчики уже готовы. Смотри, какой. Да, очень легко проверить. Да. Просто нажимайте, и все, он мягкий. Распределяем уголечки. Для такого шашлыка жар не должен быть экстремально горячий. Он должен быть такой ровненький и постепенный. Ну что, отправляем мясо. Погнали. Эй, праздник! Мясом жареным сейчас запахнет. Ну, а я начинаю готовить багагануш. А я сделаю овощной грузинский салат. Нарезаем овощи. У меня, значит, огурчики. Прям кружочками. А я, смотри, вот так вот аккуратненько, просто ложечкой прям вытаскиваю внутренности. Шикарно вообще. Огурчики у нас готовы. Помидоры лучше нарезать крупнее, чтобы овощи оставались сочнее, меньше лужи было. Вырезаем сердцевинку. Пахнет, да, вкусно? Вообще. Я первые 3 минуты вообще не поворачиваю мясо, чтобы он чуть-чуть прихватилось. А дальше я смотрю, как только цвет появился у меня, да, сразу же переворачиваю. Главное, чтобы был жар хороший, но не было огня. А теперь мы, смотрите, с одной стороны мы его поджариваем и переворачиваем. Затем красный лук. Он вкуснее всегда и слаще. Василий, ты любишь красный лук? Я вообще лук люблю, а красный так тем более. Да, ну здорово. Значит, тебе точно мой салат понравится. Смотрите, когда у вас огонек слишком сильный, жирок начинает течь, сдвигаем в сторонку, стараемся его немножко потушить. Когда готовите такой шашлык, это будет происходить, потому что жир капает на угли, и получается огонь у вас. Поэтому тушите и не отводите глаз от шашлычка, пускай будет всегда под контролем. Я измельчил баклажан. Все, миску. Остренько любишь? Конечно. Чили-перчик тогда добавляю. Смотри, смотри, что я делаю. Ой-ой-ой. О, все. Немножко болгарского перца. Можно разных цветов брать, какой вам нравится. Тоже вот так вот крупненько. А я чесночочек через терочку просто так. Класс. Это, кстати, очень удобный способ, да? Ускоряет процесс. Теперь свежая зелень. Добавлю сюда фиолетовый базилик. И прямо вот так вот руками. Видите, не режу, а прямо целиком листики. Они потом все равно станут мягкие, будут попадаться, и так гораздо вкуснее. Самое время добавить тахини. Я обожаю ее. Оливковое масло. А я, конечно же, добавлю кинзу. Тоже не мельчите, крупнее добавляйте. А теперь еще сок половины лимона. Так я делаю и выдавливаю. Оп-оп-оп, и все. Не упало ни одной косточки. Как они так? Они фиксируются? Ну, просто они, ну просто я их зажимаю рукой. А, вот ты их прижимаешь? Да. А я не они знал такой остаются. Способ. А, хулиган, а, молодец. Возьму на заметку. Все, перемешиваем. Ну все, посолить, поперчить. Перехожу к заправке. Сейчас покажу такой дачный вариант. Мы берем пакетики. Это если у вас под рукой нет всяких там блендеров, супер каких-то технологичных вещей. Туда кидайте горсть орешков. Это орехи грецкие. Берем какую-нибудь скалку или что-нибудь тяжелое и начинаем вот так вот их лупить. Перебиваем, чтобы они превратились в такую крошку. Теперь так, опа. Туда натираем несколько зубчиков чесночка. Винный уксус. Вот эта маленькая кислинка, она усиливает сладость овощей. Получается, салат вкуснее за счет этого. 2 столовые ложки добавляем в орехи. И перемешиваем с чесночком. Небольшое количество воды. Чтобы была правильная консистенция и заправка была такая уже жиже. Смотри, у меня, видишь, газированная вода. Это, конечно, не обязательно, но можно ту же воду добавить. Не знал я такой.
Главное, чтобы минеральная не была, чтобы там вот это соли не было, знаешь, вот это всего. Угу. Так, ну что, посмотрим сейчас мой шашлычок. Его надо периодически вертеть. Так постепенно, постепенно его периодически переворачивайте, и он у вас дойдет до готовности, внутри будет сочный, а снаружи не сгорит. Аромат безумный. Дальше можно добавить по желанию масло, но мы не будем. Знаете почему? Потому что часто такой салат едят с чем-то жирным, а наш шашлычок, поверьте, будет жирный. Так, ну что, я на финишной прямой. Так, я уже сервирую прям. Давай, отлично. Подсаливаем салатик и в конце добавляем туда заправочку. Дальше мы, значит, берем фета, сыр. Можно его прям надламывать и вот так вот посыпать частями. Ой, как аппетитно вообще, просто. Берем гранат, немножко присыпаем. Масло оливковое. И последний штрих – кинза. Прям вот ее можно вот так порвать, прям большими кусками. Ничего страшного, это все будет вкусно, прям с мясом. Мега аппетитно смотрится. Ну все, у меня тоже салат заправлен и шашлычок готов. Снимаем его с мангала. Вот это шашлык. Смотрите, как он поджарился. Сочный, вкусный, красивый. А вот и мой. Ну, вообще, класс. Отлично. Можно давай дегустировать. Не терпится попробовать. Тебе тарелка, мне. Раскладываю салат. Ох, сколько всего вкусного на одном столе. Если честно, прям это... Слюнки текут, да? Вообще прям. Я хочу очень бабагануш попробовать. Его надо с лавашом. Давай, отрывай лавашек, да? Так? Давай, давай. Кладем. Слушай, такие классные вкусы, и они все просто идеально друг с другом сочетаются. Я чувствую, что баклажан, что он на углях был приготовлен, тахини, кислинка, все на месте вообще. Кайф. Есть еще одна такая фишечка. Этот шашлык в конце поливают виноградным уксусом. У него просто такой более выразительный аромат, чувствуешь? Да. Вот эту жирность, ее надо чем-то балансировать. Ну, давай шашлык пробовать. Надо пробовать, конечно. Раз, два. И потом вот так вот. Три. Смотри, какой он прям. Видишь, кусочки мяса и сочные. Ну, вот так прям бери, вот смотри, кусочек. Угу. Это прям с курдючком. Угу. Уксус виноградный. Да, прям дополняет. Оттеняет, прям угу. Отлично, прям вообще. Класс. Слушай, как сочно, да? Угу. Давай твой шашлык, все. Давай. У тебя же там сода была, ну-ка. Да-да-да, посмотрим, как оно размягчило мясо или нет. Слушай, соду не чувствуешь, а мясо мягкое. Вообще прекрасно. Вот это мы стол с тобой зававахали, да? Василий, да лучше и не скажешь, все вкусно. Секретики раскрыли, мясо вкусное приготовили, рецепты уникальные показали. Пользуйтесь на здоровье. Давай пятерку. Красавчик, спасибо, что зашел, я очень рад. Тебе спасибо, что пригласил. Надеюсь, вы уже готовы повторить эти блюда у себя на даче. Вот несколько советов, как сделать шашлык из баранины потрясающе вкусным. Чтобы мясо было сочным, выбирайте баранину с жиром. И измельчите соль и специи для маринада, чтобы они могли проникнуть внутрь мяса максимально глубоко. Если баранина жестковата и имеет своеобразный запах, замаринуйте ее с содой. Она размягчит мясо и уберет лишние ароматы. Это было хобби-шоу «Готовим на даче». Увидимся!